минувшие выходные в Химках выпало рекордное количество осадков и на 60% превысило месячную норму. По регламенту коммунальные службы должны очистить город в течение 3 дней после окончания снегопада. С пятницы к настоящему моменту вывезено более 3000 кубометров снега. На уборку города брошены все силы МБУ «Химдор», МУП «Жилищник», комбината по благоустройству, а также частных управляющих компаний. Всего 192 единицы техники. Во дворах избавляют от снега входные группы, тротуары и межквартальные проезды 1104 дворника. Дорожные и коммунальные службы будут работать в усиленном режиме до полной ликвидации последствий снегопада. Кроме того, сейчас активно ведется работа по вывозу мусора. Жителей просят проявить терпение и помочь коммунальщикам, убрав свои автомобили из дворов. Особенно это касается списка адресов, которые вы видите на своем экране.